Существует старая кабардинская легенда о том, что в древности был такой народ – нарты или богатыри. Так вот, эти богатыри обязаны были своему богатырскому здоровью источнику, роднику, который так и называли – Нарт-Сане, что означает «источник богатырей». И действительно, этот источник обладает немалыми целительными свойствами. Сейчас в долине, где бил этот источник, расположился целый курортный город. Это город Кисловодск. Ну, а мы отправляемся в один из лучших санаториев Кисловодска, в санатории «Долина Нарзанов». Причем отправляемся не просто так, а на фуникулёре. Поскольку санаторий расположен в черте города, путешествие на фуникулёре – одно из непременных и любимых развлечений всех отдыхающих долины Нарзанов. Поездка, а вернее почти полет среди Кавказских гор, позволяет увидеть и оценить все богатства Кисловодска, с которого и начиналось 3 века назад курортное лечение в России. Хрустальной чистоты воздух, манящие горы и бьющие из-под земли целебные источники. Кстати, городской бювет дарит не только пользу, но и эстетическое наслаждение. Да и сам санаторий «Долина Нарзанов» не похож на обычную здравницу. Вы не найдете здесь однотипных лечебных и жилых корпусов. Каждый дом – архитектурная достопримечательность города. Ведь большинство зданий санатория – это реконструированные дачи дореволюционного Кисловодска. Утомленные Нарзаном – это шутка про отдыхающих санатория. Его здесь пьют, им дышат и в нем купаются. Все мы привыкли к тому, что минеральную воду пьют. Мало кто знает, что можно принимать ванны с минеральной водой. Вот сейчас я нахожусь в ванне с нарзаном. Растворенный в нем углекислый газ проникает через мою кожу, способствуя расширению кровеносных сосудов, активному кровенаполнению тканей. А значит, активизируется дыхание, улучшается работа всех органов. Вообще, минеральная вода – основа лечения в санатории. Ингаляции с минеральной водой и настоями лекарственных трав избавят от простуд и бронхитов. С помощью нарзана снижают уровень холестерина в крови, нормализуют обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта. Словом, минеральная вода на любой вкус и против любого заболевания. Совершенно разный вкус. В чем здесь секрет? Марина Николаевна, расскажите. Для питьевого лечения мы используем природную минеральную воду кисловодского месторождения доломитный и сульфатный нарзан, который находится в шаговой доступности от нашего санатория. А также мы используем природную минеральную воду Ессентукского месторождения, Ессентуки-4, и Железноводского месторождения, Славяновскую, которую отпускаем для удобства наших отдыхающих в бювете нашего санатория. Женщины особенно ценят нарзан за возможность похудеть. Эта вода не только нормализует обмен веществ. Если выпить теплой минеральной воды за час до еды, то она будет препятствовать выработке желудочного сока и притупит чувство голода. Бальнеокомплекс санатория, расположенного в самой известной курортной зоне России, традиционно включает в себя и грязелечение. В долине нарзанов используют пилоиды Тамбуканского озера. Это уникальная по химической структуре грязь, содержащая практически все элементы таблицы Менделеева, обладает выраженными бактерицидными свойствами и особенно эффективна в лечении болезней опорно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, в решении урологических и гинекологических проблем. Но главный лечебный принцип в санатории «Долина Нарзанов» – это точность. Поэтому здесь одна из самых сильных среди санаториев России – диагностическая база. Наши исследования дают до 85% оценки фактического состояния наших пациентов. Мы помогаем лечащим врачам поставить диагноз, осуществлять мониторинг лечения, дать рекомендации при выписке, избежать риска тех или иных заболеваний. Для этого в нашей лаборатории освоено около 40 методик.
Долина Нарзанов участвует в федеральной системе контроля качества исследований, поэтому специалистам санатория можно доверять. В этом всегда убеждаются гости санатория. Они получают полную информацию о состоянии своего здоровья до лечения и после него и могут самостоятельно оценить эффективность лечебных процедур. Печальная шутка гласит, что не бывает здоровых людей, а бывают плохо обследованные. И действительно, огромное количество патологий дыхательной и сердечно-сосудистой системы человек замечает только тогда, когда уже необходима срочная врачебная помощь. В долине Нарзанов болезни выявляют еще до первых их симптомов. В этом кабинете проводят спирометрию. Это надежный метод выявления проблем органов дыхания, будь то обструктивная болезнь легких или бронхиальная астма. Спирометрия позволяет оценить риск этих заболеваний еще до того, как вы начнете ощущать недомогание. А это тредмил-тест. Одно из наиболее достоверных исследований состояния сердца. И тоже позволяет увидеть проблемы с вашим пламенным мотором еще до того, как вы сами начнете их ощущать. Он позволяет выявить наличие скрытой коронарной недостаточности у пациента, что является выявлением фактора риска или выявления ранних стадий ишемической болезни сердца. Проверить толерантность к физической нагрузке у пациента. Но в санатории Долина Нарзанов не только избавляют от болезней, но и стирают с вашего лица и тела лишние годы. Недаром в санатории разработаны авторские методики сочетания лечебных и СПА-процедур. А молодость телу вернет уникальная процедура, которую применяют в санатории – парафанга. Смесь, в основе которой парафин и морские бурые водоросли, наносит кисточкой на проблемные участки тела. После этого начинается обыкновенное чудо – воздействие входящих в смесь минеральных веществ на кожу. И прощай целлюлит. При воздействии тепла эта смесь очень быстро проникает в глубокие слои кожи и оказывает эффект. Эффект антицеллюлитный, укрепление стенок сосудов, улучшение микроциркуляции, соответственно, снижение отека за счет хорошего лимфодренажа и за счет этого уменьшение целлюлита. Все СПА-процедуры санатория позволяют скорректировать фигуру. Пациенты с удовольствием посещают все возможные СПА-кабинеты и с легкостью теряют лишние килограммы и сантиметры. Марина Николаевна, что это за чудесная пенная ванна? В нашем санатории мы используем великолепное средство для уменьшения усталости, повышения общего тонуса организма и омоложения кожи. Это пенно-лакричные ванны. Мы используем густой экстракт солодки для формирования вот такой прекрасной пены. Действие пенно-лакричных ванн на организм человека – разнообразно. Это прежде всего десенсибилизирующее, которое уменьшает аллергические проявления многих заболеваний, особенно кожных, дерматиты, нейродермиты. Это успокаивающий эффект на нервную систему, улучшающий кровообращение периферическое, ну, естественно, омолаживающий кожу. Но врачи говорят, вы молоды тогда, когда вы здоровы, а здоровы только тогда, когда правильно питаетесь. Что может быть вкуснее диетического питания? С этой мыслью гости курорта Долина Нарзанов уезжают домой. Еда здесь правильная, диетическая, но у каждого гостя остается право выбора блюда. К примеру, салаты и закуски можно подобрать по принципу шведского стола, а все остальное врач в санатории подбирает индивидуально. На шведских столах вы можете увидеть различные блюда из овощей, свежие овощи, фрукты. Мы предлагаем натуральные напитки, лечебные, овсяной отвар, отвар шиповника. В санатории есть бассейн с каскадами, где можно плавать в своем темпе самостоятельно или попробовать лечебную водную гимнастику с тренером. Тренажерный зал отличный. Я вот туда хожу конкретно, занимаюсь на велосипеде, водяной велосипед там. Очень мне нравится. То есть я уже чувствую, что мои суставчики начали немножечко поправляться. Игра в большой теннис – одна из самых любимых в санатории. В теннисе задействованы все группы мышц, плюс это отличная кардиотренировка с одной стороны и минус 550 килокалорий в час с другой. В долине Нарзанов вам будет где и с кем сыграть партию. Здесь целых 3 теннисных корта. Но люди едут в санаторий не только лечиться, но и отдыхать. Уютные светлые номера очень этому способствуют.
Если есть настроение, можно выбрать себе интересную книгу в библиотеке санатория или сыграть партию в бильярд. Но лучше всего пойти прогуляться. Погода в Кисловодске всегда к этому располагает. Вот уже более 3 веков Кисловодск не устает радовать гостей прекрасным климатом. Шутка ли? 150 солнечных дней в году и для сравнения только 61 пасмурный день. Вот и сейчас начало ноября, а погода прекрасна. Почему это так и чем это полезно, мы сейчас узнаем. Марина Николаевна, расскажите нам о климате Кисловодска. Кисловодск считается бальнеоклиматическим курортом, аэроионотерапия, входящая в климатолечение. Ей способствует наш чистый горный воздух с повышенным содержанием аэроионов. Помимо климатолечения мы также еще дополняем назначением дозированной ходьбы по дорожкам Теренкура, самого большого парка Европы. Такой погоды, как в Кисловодске, нет больше, пожалуй, нигде. Если сравнить с Москвой, то это просто рай на земле. Поэтому я приезжаю сюда уже 7-й год подряд. Высокие горы, хвойные леса, кристально чистые водопады и голубые озера. Все это помогает человеку поправить здоровье и ощутить ту легкость, с которой гораздо проще идти к новым вершинам. За время, которое я провел в Кисловодске, в санатории долины Нарзанов, меня удивила одна вещь. Это улыбающиеся, счастливые лица. Такие нечасто встретишь в последнее время. То ли это из-за чистого горного воздуха, то ли из-за целебной минеральной воды. А может быть, все из-за солнца, которое здесь практически не уходит.